Внедорожник Cadillac Escalade нового поколения появится в России в июне нынешнего года. Как пишет портал «Автовзгляд» со ссылкой на собственные источники, в настоящий момент официальные дилеры марки Cadillac в России распродают остатки дореформенного Escalade и готовятся к выходу на наш рынок внедорожника нового поколения. Как уточняет источник, российская премьера новейшего Cadillac Escalade состоится уже 21 июня. Первая партия внедорожников находится уже в пути в наши дилерские центры. На российском рынке будет предлагаться версия внедорожника с бензиновым мотором, рабочим объемом 6,2 литра, мощностью 426 лошадиных сил. Также впервые будет доступна и модификация с 3-литровым турбодизелем, выдающим 281 лошадиную силу и 623 ньютон-метра крутящего момента. Оба двигателя используют 10-скоростную автоматическую коробку передач. Привод задний или полный. Так же, как и для американского рынка, в России обновленный Cadillac Escalade будет иметь изогнутый 38-дюймовый OLED-дисплей. А взамен традиционного рычага АКПП у внедорожника появится электронный джойстик-селектор, расположенный на центральном тоннеле. Напомним, новый Cadillac Escalade 5-й генерации дебютировал в начале февраля 2020 года на специальном мероприятии, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Автомобиль получил новую платформу и вырос в габаритах по сравнению со своим предшественником. О российских спецификациях модели будет объявлено ближе к старту продаж.